Всем привет, друзья, канал Насолим. В работе у нас Audi A4. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим данный компонент с пульверизатора. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы общаемся с автовладельцем. Предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот усиленным мембранным шумопоглотителем. Толщина его 7 мм, называется он блок шот. Владелец согласился, пока сохнет полимер, мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!